Здравствуйте, друзья! Всем привет! Это ЗДС, это Данила КПРФ, это Данила, это все прочие люди и Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Дант Коннор, а также мой промокод NoToxic54, все это находится в описании данного видеоролика. Давайте начнем просмотр. Позвони на номер и получи 3К АЗС. Яси. Я трахал твою маму в канаве, хуесошка, блядь. Малой, ты чё там мать трогал, а? Пояснишь? Сука, эти волосы нахуй лезут, блядь, мне в глаза, не могу говорить, пацаны. Нужно подстричься, братишка. Ися, чтоб такого не было. Лайков на этом ролике, сбриваю вообще все на лосо. Давай. В голове, вижу тебя. Всем васап, и как вы поняли по названию данного видеоролика, сегодня вместо своего никнейма в Сампе я поставлю свой номер телефона. Вытаскиваем свою сим-карту. Ляпс. Вытащил, блядь, да? Проебал. Получается, это моя сим-карта, которой я постоянно пользуюсь. А вот эту сим-карту я себе недавно купил, чтобы снять этот ролик. Если что, отлично. Ребят, эту идею я спиздил у Денкозора. Это такой ютубер. Точнее, не спиздил, а вдохновился. Но офигеть. Вы, ребят, не забывайте то, что ну, как я обычно. Играю на Arizona RP Payson. Феникс, друзья, только Феникс, мой ничего никнейм, другого. Выбираете там от друзей и вписываете туда и Снори и Нари. И потом на пятом или шестом no выборе NoToxic54 Слэшмен и указывайте мой промокод, это хэштег Исунори. NoToxic54, друзья. Бабки. Как вы понимаете, я себе поставил в никнейм свой номер телефона. Это 8-918-594-77-54. А номер, кстати, неплохой. И написал текст, позвони. Так, все, мы уже поехали на ферму. Нас везет какой-то Боб Борем на своей вишневой семерке. Бэ. По-моему, стой, это премьер. Позвони мне, получишь приз. Нах, иди. Мне бомбер не надо. Да, привет, позвони мне. И мне снимут деньги, иди нахуй. Прошу, ну поменьше вот этого вот. Ну сами передай, я бы тоже не позвонил, нахуй так, надо. У нас уже я первый долбоёб. Звонок, а ну. Алло. Чё? Это кто? Я таксист. Таксист? Я такси не заказывал. Короче, чё, Самп и Ник, знаешь, что такое Самп? Самп? Самп, игра такая на ПК. Это куда мой номер выложили? И он просто сбросил трубку. Ну, на самом деле, забавный чел. И тебе респект, что ты решил мне позвонить. Ты впереди. А, я в... что-то там, бля. Я где нахуй же? Реально в сперме, бля. Где? Позвони на номер и получи 3К АЗС. Нихуя себе. АЗС? Нормальная тема. Так, еще один. Алло. Это фотографии привез. Чего? Я фотографии привез. Фотографии? Ну, детский сад снимали, но снимать ничего не снимали. Что снимали? Вы куда звоните? Вы из Знаменска, да? Откуда? Вы из Знаменска? Нет. Какие подставные фотографии? Звонки. Какой детский сад, чел? Ты вообще о чем? Так, еще один звоночек. Отлично. Алло. Привет. 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 Это ты, Федор Бензо? Да-да-да. Слушай, а можешь сейчас выйти с машины и присесть 20 раз? Алкоголь, фу! Сигареты, фу! И май... Охуеть, не, просто монтаж охуительный. Титан ВИП, позвоните на номер. А он ты реально сейчас даст номер? Получишь. Позвоните мне, я Вертеич. Я вам АЗ-коины дам и в ролик вставлю. Пошел нахуй! Так, еще один мне кто-то звонит. Алло. Это кто? А вы кому звоните? Объявление в игре? Вы позвонили в секс по телефону, молодой человек? А, да? Так вот куда звонить надо, типа вы тоже хотели когда-то вот заняться сексом по телефону, но тоже не знали куда звонить. Оказывается, надо звонить Исе, бля, он выебет вас. А, ну не хочешь, как хочешь. Добрый день, полиция Таджикистана, слушай, чем могу помочь? Бля, и он сбросил сразу же. Там мужик какой-то. Попробуй еще раз. Тима Бравл, отличная фамилия. Здравствуйте. До свидания, видимо, да? Или кто там, где вообще, что? И он опять сбрасывает. Ну что отлично. За бред, братанчик? Ну чё ты так боишься-то, а? Так, походу нам сейчас еще позвонит этот Маркус Депо. Он сам решил мне позвонить, я его даже не просил. Да, походу это он мне звонит. Алло. Алло. Привет. Здорово. Ты АЗ-коины хочешь?
А ты давно на Аризоне играешь? Нет. А когда начал? Вчера. А какой промокод ввел? Какой промокод можно ввести? Я тебе могу выдать 3000. Ну, токсик 54 можно ввести, друзья. Мой. Согласен? Смотри, останови машину, выйди с нее и присядь 30 раз. Это такой челлендж. Серьезно? Давай. Да, выходи с машины, 30 раз приседай. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Нормально, нормально, неплохо. 5 раз. Жесть, вот это да, вот это приколы. Теперь кулаком ударь машину 3 раза. А теперь я тебе хочу сказать то, что я тебя обманул. Я не дам законы тебе. А чё ты меня выкинул? Так он обманщик, Ися, обманщик официально. То есть все пруфы у вас на экране только что были, пока я играл в Brawl Stars на телефоне. Стой! Вы все видели сами. Хочешь азекоинов и в ролик попасть? Я Вертейч. Из реальной жизни, да, номер вот этот надо позвонить? Да. Пахнет подвохом. Не надо мне, я никому не буду звонить. Пошла нахуй, дура, блядь. Бучая, блядь. Я тебя трахал, твою маму в канаве, хуесоска, блядь. Я тебя трахал, блядь, хуесоска, нахуй. Я твою мать, мать твоя в канаве. Вот, Ися, вот то, о чем ты и говорил, да, голосовой чат, и вот уже мать там, то и все. Хуесос, блядь. Нормальная тема. Да, тут есть мать в 2020 году, класс! Че злой такой, я тебя в ролик вставлю. А, я не тебе звоню, я не с тобой говорю. Я не тебе говорю. Ну все, все, завтра ролик на канале, жди. А, типа, звонить зачем? Типа, это для ролика, да? Надо позвонить. Ну да, я тебя за коинов дам, в ролик вставлю. Я звоню. Раз. Два. Три. Да, походу он звонит. Так, тихо. Алло. Алло. Привет. Алло. Это ты, Вертейч? Да, я. Будешь передавать привет подписчикам? А теперь серьезно. На канал ЗДС подписывайся. Ты там мать трогал? Малой. Малой, ты что там мать трогал, а? Пояснишь? Серьезный голос. Ты мать чью трогал? Канаву там кидал. Какой я тебе Вертейч? Слышь, малой? Братан, а тебе это волновать не должно, понимаешь? По номеру сейчас вот пробью, вычислю твой адрес и приеду. За мать будешь извиняться или нет? Извиняйся. Зачем мам трогаешь? В смысле просто? Жестко ты к челу. Все, больше так делать не будешь? Все, удачи, малой. Не, ну жестко, не, ну про мать он зря лишний. Присел. Ну конечно, если тебе бы там 15 лет было, так позвонили, не подсел бы. Ну ладно, если ты посмотришь этот ролик, не обижайся, но мам все равно лучше не трогать. Думаешь, типа, а если это... Ладно. Мама, это цветное. Админы, думаешь? Позвоните мне по номеру телефона. Прикол расскажу. Здравствуйте, у нас нету телефона. Мы ООС персонажи и не автопте. Ладно.